Якщо спробувати кількома словами описати нашого наступного учасника, я б сказала: люблячий чоловік, турботливий батько, а ще людина, яка за будь-яких умов вміє тримати рівновагу. Андрій Ярмолюк! Ну ладно. Я не верил, что это происходит. Какие-то звездочки в глазах. Хорошо все. Вы в прямых эфирах. Поздравляю. Ничего себе. Вот это да. Выступаю как артист. Специфика работы такая, что не поездишь, не заработаешь. Переезды – это всегда тяжело. Уже тянет что-то поменять в своей жизни. Потому что если частичка тебя остается где-то там, далеко-далеко отсюда, то не чувствуешь себя неполноценным. Где папа? Папа на работе. Но она, когда в скайпе увидит, она очень расстраивается, начинает почему-то истерики, плачет и уходит. Она просится на руки, а он ее не может взять на руки. Папа, я. Папа, конечно, балует. Понимает, что это плохо. На ручки. Сам такой стоит. Ну иди сюда. У меня вообще такое ощущение, что мы очень подходим друг к другу, и что мы с ним знакомы 1000 лет. Я даже себе не представляю вот другого человека рядом. Счастливый, когда ребенок улыбается и жена улыбается. Вот тогда я счастливый папа. Надо, чтобы они были счастливы, и тогда я буду счастлив. Он говорит: я вас прял. У меня как второе дыхание открылось, и я готов продолжать дальше. До этого было такое подвешенное состояние, как вот или сюда, или туда. А здесь чик, переключили, о, четкое направление, поехали. Шанс что-то изменить. По жизни много шансов, но таких явных просто нет, невидимых. А это явный шанс.
Ну, Андрію, такого хвацького кока ще пошукати. Вас ніякою морською хворобою не залякаєш? Ніякою. Андрію, а з такими здібностями ви ніколи не думали у моряки податися? Ну, я почти моряк 2-го класу. В якому сенсі? Я ще тільки в морі не ходив, всі документи готові. Думаю, український флот багато втратив. А от для нашого шоу ви стали справжньою знахідкою. Ви тільки подивіться, як усміхаються наші судді. Пропоную послухати, що вони скажуть. Спасибо. Слава, прошу тебе. Ну, это смех через нервное потрясение. Я считаю, что уже пора, все-таки пятый сезон, открывать какую-то кардиологию, потому что мы так переживаем и нервничаем за наших участников, что часто приходится хвататься за сердце. Некоторым особенно. Кого маешь на увазе, Влада? Конечно. Ну, что я могу сказать? Я как заправский моряк, как участник регат и как морской, не побоюсь этого слова, волк, ответственно заявляю, что кок на судне – это, между прочим, очень серьезная роль, судовая роль. И, в общем, мне кажется, что вы с ней прекрасно справились, потому что самое главное – это уметь балансировать. А тот, кто не умеет этого делать, ничего не сможет приготовить. И команда что сделает? Выбросит его за борт. Я надеюсь, что сегодня зрители, которые являются командой этого прекрасного борта, на котором мы все в этот замечательный вечер входим в пятый сезон «Прямые эфиры», будут все-таки аплодировать и голосовать за этого прекрасного участника, за кока, которого лично я бы взяла на свое судно. Спасибо. Дякую. Влади, ти ще скажеш про нашого кока-еквілібриста? Андрій, безусловно, мастер. І, звісно, це виступлення вдалося. 100%. Я так розумію, що коли ви залізаєте вот на самий верх, в останньому трюці особливо, вам потрібно тримати якусь точку. Да. Да? Вот я абсолютно впевнений, що ви дивилися на славу. У мене питання, яку саме точку слави ви дивилися? Крестик там. Може, є якийсь секрет? Чуть ниже крестик такий. А, вон там, вот, да. Вот слава. А вдруг зажжется? Думаю, нічого себе. Гипнотизировать его, да? Нет, не зажглось. Я рад, что у вас все получилось. Хотя, честно говоря, тоже очень переживал. Напряжение было такое, ух. Дякую, Ігорю. Сподіваюсь, ти на морську хворобу не скаржишся і тебе не захилитало. Ні, мене не захилитало. Но... Стальні нерви. Старік, стальні нерви. Стальні, да, старік. Заржавіли мої нерви. Насправді, я хочу сказати, що це один, Андрію, з жанрів циркових, який мені завжди дуже подобається. Тому що можна спостерігати, отак от впаде, не впаде. Подобається, але з однієї умови. Повинен бути вправний еквілібріст. Андрію. І? А ти вправний в еквілібріст. Еквілібріст. Нарешті. Я отримав задоволення. Я реально вважаю, що на 8 предметах це ультасі. На 9 це взагалі щось неможливе. На 10 я ніколи не бачив. Браво. Спасибо. Дякую. Як би твердо Андрій не стояв на ногах, у нашому шоу його становище залишається хитким, аж поки своє вирішальне слово не скаже наш четвертий суддя. Так, я звертаюся саме до вас, шановні глядачі. Наблизити Андрія до заповітної перемоги ви можете за номером 0900-102-007, або ж надсилайте смс із кодом 07 на номер 7766. Від початку голосування нас відділяє усього один виступ. Тож будьте напоготові. Андрію, дякую вам за чудовий настрій, який ви подарували. Будемо сподіватись, глядачі вас не змусять сьогодні сумувати. Удачі вам! Це був Андрій Ярмолюк! Тільки кохання.